Это 10С. Это ОКО 25. Блин, что так быстро? 15 минут не прошло. Так, пока сейчас еще будем мучиться. Сейчас еще замены. На-на-на. О. Ну, я с тремя хпалами, наверное, вряд ли пойду. Да и толку от меня ноль. Почему? Пойду лучше штанишки куплю. Влад, ты тут? Он здесь, но он молчит. Я понял. Бам или пан? Влад. А. Ну ты. Чё? Релогнусь, короче. Ты давай. Короче, Денис, этот, я все 500 голды потратил на терневую руду. Я сейчас буду делать деньги. Хорошо. Ты давай плюсы на РТ. Да, там три холи пал, как мне там выжить? Хоть на замене сиди, не знаю. О, точно. ЕПГ получишь. Мне кажется, что если я пойду, то я больше ГП получу, чем ЕП. Есть смысл покупать, если у тебя, если у меня вот такие, типа, запястья? Сейчас. Такие вот у меня. Типа, 200-е. Ну, не особо. Нет, не покупай, да. Вообще не покупай. А что у тебя с ней? Тебе лучше так, чтобы доход... Я тебе как опытный эрдру говорю. Я вообще лок. Ты лок? А. Да. Ну не знаю, это по капам надо смотреть. А ты что, у нас еще да не демон? Это есть. Я демон, афлик, дестрик. Любым, кем захочешь меня видеть, тем и буду. Порой ты тем не станешь. Хочу тебя видеть протопалом. Давай, иди качай. Слава, слава. Хорошо. Для Роги будет слот? Для какого? А, Данжмастер, я тебе сегодня говорю, спрошу. А, ну заходи. Килнес, ты был с нами на первом убийстве? На чем? Вчера. Нет, его не было. Вчера не было. Было. Сейчас посмотрим, короче. Не надо, чтобы Влад подошел, потому что я, это, уже сонный. Чтоб кто зашел? Кто-то, Влад. Кто будет говорить, а то я заебался уже. Олег, тебе извечки по почте или как? Да нет, так потом передашь. Вас можешь камни сделать? Я рядом с тобой я? Был. Нет, вас. Жалко. Да что тебе все слышится? Не знаю. Хочу почувствовать себя нужной, а не третьим попалом. Ну вот у меня теперь вопрос. Помогай. Кем? Стоит ли покупать эти запястья или нет? Сколько у тебя меткости? Если у тебя 20 меткости, 1%, то покупай с меткостью. А вот чисто жлоб вам не говорит мне. Меткость. Да 11% у меня меткости не хватает. У меня типа талант на 3 и еще ШП есть 3. 17% как раз. Да просто по статам тут СПД, интеллект, выносливость, это хуйта. Ну такой мизерный просто прирост, это пизда. Сижу, думаю, блядь. Не, нахуй. Ну у тебя по магии промахов не было, у тебя только собака с белых атак мазала. Да, блядь, я что сделаю с собаки? Ну то она и собака, ебать. Сумнили тяку, я вообще... Влада кто-то отпиздил, блядь. Смотри, он там стоял АФК, его кто-то отпиздил. Все, летим за Влада пизды даваться. А кто такая Влада это? Пан. Влад. Пан. Чего? Одолжи камни.
Пожалуйста. Какие надо? А, тревожный. А нет, стоп, там. Сейчас я скажу. У тебя есть тревожный амитрин какой-нибудь? Делаем. И сверкающий на интеллект. А на интеллект у меня есть чмошные. Но хотелось бы хорошим. По одному, что ли? Да. Мне нужны штаны. Засакетить. И... СПД хаст интеллект, понял. Короче, пойду делать деньги. Деньги? Да. Я тут нашла заработок. А, открывай. Ой, какой? Не скажу. Вам... А зачем говорить? Вы тоже будете торговать тогда. Короче, покупаю с аукциона дешево кое-что, переделываю, продаю за супердорого. Даже уговаривать не пришлось. Ну, я не все раскрыла. Какой именно? Пан, ты... Слушай, пан, ты ее научил? Что? Нет. Нет. Я вообще такими махинациями не занимаюсь. Я просто играю. Я просто чувак. Конечно. Мама, я ресейлер. Именно так. Давайте соберем общий капитал. И скупим весь аукцион и будем тестить, что продавать, и не продается нормально. Как-то глупо. Я в свое время. У нас голды не хватит. На энчанте качал этот голду делал. Ты берешь и выставляешь по 5, допустим, и штук 300 слотов ставишь. И челики просто листают, устают и покупают супер задорого у тебя. Измором брала. Так, тактика просто. Качаешь аукцинатор. А сколько грез? Качаешь аукцинатор. Ну, как ты это делает? Аукцинатор ломается. Если там много слотов забить. Нет. Да-да-да, ломается. Ты по одной штуке выстави. Ну, я столько не смогу выставить, чтобы он поломался. Просто это нереально. Я понимаю, там ткань, но энчантом это не сделать. Или абсолютную пыль по одной штучке продавать, я не знаю. Ну, он чел зельками на СПД забил аукционатор. Вой, что ты там хотел? Я сегодня, кстати, смог аукционатором найти. Правда, на это понадобилось минуты две, чтобы он все 32 страницы погрузил. Ты это идешь в ОКО? Да, сейчас у меня тут, у нас все эти алики отпиздили. Ты подлетай, ну или резнись. Сейчас мы суманем. Мне надо, чтобы ты мне помог порешать, кого взять сегодня, кого не взять. Я, в принципе, сам могу пойти посмотреть, пофкашить, чтоб ты потанчил. Вот. С Тагариусом, например. Или вообще в одного танка. Спеков пока нету у нас ДД. Ни у тебя, ни у меня, ни у Тагариуса. Надо делать. Шакит ушел? Вон, Шакиту покинула. Так, хулипалов нам два надо или нет? Ну, пусть будут. Пусть вон пятая пати останется хилой. По Тагариусу что подумаем? Что сделаем? Оставить его на возможное второе око? Или взять сюда? Ну, копор отпал. Ну, возьми его, вот трейд. Просто три танка будет, мне тогда что вдруг? Ты меня можешь на замену кинуть. В принципе, там ребята уже без меня, я думаю, справятся. Я, если что, там у нас вторая 25-ка будет, если что, туда залечу. Так, Скайрейн. Какой у тебя ретрик?
те, кто на замене, у кого самый большой ДПС? Смотри, какой класс тебе нужен. Рогу забросил. Где данжмастер? Я тут. Ну, суманить или мне подлететь? Плюсы нет, какие-то. Можно. Ну что, ты Шумского не берешь? А Шумский где, зашел? Ну да, да я тут постоянно. Ну, либо да, либо можешь поменять просто тех людей, которые уже закрывали, которые знают тактику, в которых ты уверен, просто их заменить другими, посмотреть на них. Как вариант. Надо закрыть быстро, и желательно теми, кто закрывал, а остальных в другой рейд и травить. Но не сегодня. А, то есть ты хочешь, чтобы я, по-моему, повел второй рейд и с ними сидел, дрочился, да? Да не, я тебя могу... Нормально. В этот рейд тебя закинуть. Просто времени да, не он так капкан, много да. Сегодня. Вместо Тагариуса кидаю. Ну в тот Тагариус пойдет. И там вон Атедис есть. Скайрейн Ретрик. Там посмотрим, кто будет. Какие персонажи. Не, пан, вы на второй не рассчитывайте пока. Надо закрыть железно этот рейд. Я не знаю, какие персонажи будут на второй. Ну, я не знаю. Да хиль, Дим. Так. Чё, Лакрим похилит? Если что... Да. Стрим даю, короче, кто не... Кто на замене. Два хапала, ДЦ, Гандлир и Дюрикс. ШПшника 3 есть, 2 Ретрика, 2 АТК, Рога. Где данжмастер? Ну, я не знаю, меня добавьте, я уже возле ока. Кто послакать хочет? Он в шестом пати. В шестой группе последний. Спасибо, я его взял. Так, ну Шумский это если с кондиром что-то будет, данжмастер. Килнес, ты не против, если данжмастер сходит? А, Килнес? Да, могу купить. Я заброшу пока. Так, ну предварить, ну вот так получается. Идем, Влад, смотри. Ну ты пошли, все равно. Все, сумоним всех. Не уходи с инста. Да, да, выйди с инста. Сумонитесь, пока сумонитесь, я на полминуты отойду. У нас правила для тех, кто на замене есть, установлены. Да, получаешь ЕП, если не выходишь с игры из Дискорда. Можешь, если надо выйти с игры, то хотя бы быть в Дискорде. Если вышел в Дискорда, то будь в игре. И... Ну, тебе есть. Рыбу ставить? Да? Да, да, сейчас я тут почти. Слав, как будет свободная минута, кинешь на Мегалодона пати на замену? Ля, у меня теперь два соуха есть. А ну сойдитесь вдвоем, я у вас войду. Соухи! Шакит, есть у тебя, пожалуйста, фласка на СПД? Я куплю у тебя. Дай мне одну, пожалуйста.
Так, Dungeon Master присумонился, остался Дюрикс. Подождите, я сейчас за это лечу. Я этот, я перезахожу, у меня свет выключился и включился. Не, шакит мой. Ничего не знаю. Сейчас релогнусь. Хотя шакит большой, двоих поместит. Поможет и больше людей. Я дам вам шанс. Присягните на верность мне, может быть, я... Не-не-не, совы не слакают. Опа, ебать в руке. Стремно быть тобой, друг, а не совухом. Предлагаю создать гильдию совухов. Уже есть гильдия друидов. А это чисто совухов будет. Эта гильдия не сможет ничего принести, потому что все будут виноваты. Пинти еще раз сумму на дерокс. Сейчас, дайте шкаф. Ты просто посмотри, какой он милый. С рожками. С перьями. Полненький такой. Так, я охота домой забрать. Влад, как загрузишься, скажешь. И рогатая сова. А соух медведь. Это наполовину сова, наполовину медведь. У меня кажется, тебе знаешь, что получится? Кто это говорит? Шакит же сейчас говорит. Нет, Black Dark. Black Dark, смотри, мне кажется, Шумский в прошлом рейде, но знаешь, помогал. Вот это вот с босса летит шарик, такое электричество. Ты тоже его вполне хорошо видишь? Да, да, да. Да. Вот, мне кажется, ну, судя по тому, как у тебя очень хорошо получается говорить активно, то мне кажется, ты с этим поможешь, с анонсом. А то у Шумского очень сложно получалось. Не сложно, не сложно. Главное именно вот этот момент, когда он вылетает, ты говоришь, отлетаем и все, чтобы рейд не заслакал. Да, я просто буду говорить молния и все. Ага. Лучше отлетаем. О, пусть вот этот человек говорит. Последний, кто там согласен. Да, кстати, Лил. Давай ты будешь говорить. Так я по стриму смогу. Да не-не-не. Не, пусть говорит он, кого Слава сказал, это я так. Ой, у него просто страшный голос. Очень. Наоборот. Кубик в кубе. А, чистый. Сорок-то. А чё ты хилишь на драконах? А почему не дамажишь? Скажешь, когда рыбу ставить? Кстати, пятая пати все хилили на драконах? Турбо. Так, Индир. Баллада, так, Дюрик знает. Тюпанатор хилил. Конечно, Слава. Ну, Дюркс. Не так и охота называть себя немного по-другому. То же самое. На письмо мне напиши, как ты хочешь меня называть. Там то же самое, Тюпанатор, только тройка. Обидишься. А четверка разряжать. Просто претензия к твоему нику. Ассоциируйся кое-что с другим. Эта вещь нанесла тебе травму психологическую, судя по фону, когда у тебя там микрофон похитили. Значит, креветочка вместо диплома. Не, психологическую травму нанесли вам, когда у меня телефон похитили. Все, Влад вроде как зашел. Не. Давайте фуба. Я фласку уже выпил, рыбу ставил. Могу поставить. Поставил рыбу. ДК, вы опять два танка будете? Вой. Да, походу. Да, да. Зачем вы в два танка, если куча людей на замену?
Возьмите ДДшника. Ну, я же говорю, ой, хочешь меня мне? Там не давай. Нужно, чтобы ты поговорил. Ну, я могу себя поменять. О, да. Паладины по бафам. Депонатор МП5. Турбоёж. Нет, турбоёж ничего не надо. Пан, каски, спри, кулаки вкачаны. А... Раздавай кулаки. Аус поставь. А, стоит рыба. Солы, подвиньте свои жопы, не кипот. Сдвинься. Прям на рыбе сидишь. Кто мне под жопу рыбу положил? Ну, у себя тут и я есть. Летать на третьей фазе будете за звездочкой. Четко у меня стоите. Становитесь. За мной следуете. Да, будет танчик. Турбоёжик, раздавай кресты тогда, раз депонатор бафнул каски. Давай, турбоёжик, кресты. Может дать СС-а? СС-а сейчас расскажу. Рыбоцыпа на Войда. Black Dark на Ники Потс и Тяка на Шикиц. Я все еще не вижу баф. А, шаманы, зачем стоит тотем на МП5, если дается крест? Шаман, еще раз задаю вопрос. Спасибо, МП5 Роман. Нету, а нам бафнули кулак. Раздайте крест. Блять, паладины, я ДП начну хуярить, реально вам. Блять, да возьмите точечно, вот повыбирай каждый класс, блять, и отдай им бафы. В чем проблема? Ребят, ну мы будем учиться пользоваться аддонами? Серьезно? Ну, один такой спокойный лок. Я взял, вошел Солуха. Второй Солух появился. Все? Парни, у нас 4 паладина, в чем проблема? Да вообще не должно быть никакой проблемы, но почему-то она появляется. Неужели? Наконец-то всем дали крест. Нихуя себе. Мы полчаса даже тут простояли. Ай, какие молодцы. Арчина готовность. Депонатор, что такое? Запускаем. Воин готов сегодня. Напоминаю, ДКшники, Рога, помогайте с кликом костов. Ну вот, уже первый проебали. Не проебывайте их, пожалуйста. Писка проявляется.
прямо вот за его спиной со стороны трусов появляется искра. Сейчас на нее поставлю метку. Метка череп. Отводи, отводи, отводи отсюда. Черепок уже подлетает, РДД, все кучнее стали. Козды. РДД стали кучнее, вот, блядь, где разбиты. Геру дали. Играть по бутсу. Так, новая иска появляется. Сейчас ищу. Перед мордой у него звездочки. Стороны звезды. Ставлю на нее метку. Стойте пока в той, добивайте. Никогда не уходите заранее из звезды. Как только она исчезает, только тогда оттуда уходит. Агро обратно. Каст, блядь. По искре сыграли, ребят. Уже в звездочке. Бля, блядь, убило нахуй. Сыграли, блядь, по искре. Лично. Заебись. Как вы сделали, блядь, минус 5? Вот объясните мне, нахуй. Дыхание чар. Дыхание чар. А какого хуя вы под мордой находитесь? Какого хуя каст не сбивается? Это он сейчас дернулся, повернулся так быстро и... Да. Ну, а в чем проблема была сбить каст? Объясните мне, пожалуйста. Стали под морду, сдохли. В чем проблема ваша просто сбивать каст? Ебать, Степа, ты разогнался. Ризван, помогаешь на сбив костов, вас ребята не могут. Рыба стоит, ешьте. Пошла Дестрик. Только во время боя не ливните, а то забагается у хилов что-то там, макдон какой-то. Это можно? Сейчас еще можно. Окей. Рыбу поели, фулбан сделали. Я сейчас открою и надеюсь увижу, что там все забафаны, да? Нихера себе. Паладин, респект. Хватит издеваться над паладинами. КПМ. Так, все, все готовы, запускаем. На хп крик. Я крикну, не один вар. Я думал, плат. Я с полобоя сейчас крикну. Вот так вот сделаю, чтобы хага была и крик. Прохиливаем рейд. Снимаем рейд.
трусов. Да, искра из трусов идет. Сейчас меточку вам поставлю. Вам прям подвожу диску и РД. Все, встали сюда. Давай, Геру. Так, сразу скоро стакал. Иска идет в сторону звездочки. Блэк распал. Поставил он мне. Рыба цыпа раскол. Пан. Нет, не пан. Спри, отдай по шипиту салю. Бля, он сожрет сейчас. Сожрет он. Стаунти. Да, стаунти. Искра с ромбика, да. Стан. Отдал ей стан. Добивайте ее, РТД. Вы уже тут все должны стоять. Вы теряете кучу времени, пока бегаете. Уже все в ней, все, должен по боссу. Он сейчас взлетать будет. На следующую иску не обращаем внимания, откуда она летит, она не успеет. Все, босс поднимается, все свои буксы отдавайте. Войд, форму поменял, хуярь, где он, блядь? Где полный огонь, всю хуйню, давай. Диски кто? Пан, вас, Юй, Спри? Да. Не, данжмастера можно обновить. У них рюкзак подальше, чем у Роги. Ну, так-то да. Череп, Юй. Крест вас, квадрат пан и полумесяц фри. Так, первый уже улетел. Сюда луну. Все забежали в большой круг. Баллада гимна ХП. Теперь давай гимна ману. Дюрик, давай бочку. Я уже дал. Ну окей. Все, милики, вы уже улететь должны были. Играем, РДД, быстренько помогаем. Новый сейчас шар появился. Теперь ко мне забежали. Кофе. Перебегаем в большой круг. Отдай сейчас гимна ману и жди команду на ХП гимн. Давай гимн ХП. Так, отлично. Дисприст, ставь гимн ману. Долго бьем. Долго. Осталось 3 моба несчастных. Отлично. Подумал, если 5 минут еще. За звездочку. Да, за звездочку забежали. Все на краешек.
И готовьтесь смотреть внимательно, куда бы полетела звезда. То есть становиться прямо в нее. Вот, назад можете еще чуть-чуть сдать. Сдвинулись. Я был с фул хп и просто упал. Заебись, ладно. Буду вам говорить, когда сдвигаться. Сдвинулись. Не встакивать, напоминаю, 1-1-1-2. Сдвинулись. Все, дальше я не вижу вас. Очень далеко. Стаки под это. Давайте посильнее. Только два человека вижу. Один 19 дает, вот 20 уже, второй 18. Остальные 13 и меньше. Чем вы вообще занимаетесь? Друг от друга не разлетайтесь, держитесь ближе вместе. И смотрите внимательно за плевками. Я здесь очень далеко, я не вижу уже, что там происходит. Понятно. Походу все. Ну, минута есть. Бля, я тело покинул. Ну ладно. Летаем. Летаем. Что у вас, как успехи? Стаки проебал, блять. Заснул, стыкаю один, а смотрю уже 5 стаков настакал. Ща, берсан. Ну сейчас убьем с этого трая. Да, я тоже стаки потерял. Ты счета подряд было на мне. Три луча. Там нереально было стаки сохранить. Заходите.
Заходим, да? Саш, поставь руку, пожалуйста. Все. Все встали, зашли. По креветочка лучше бил, а не хилил. Тут нечего хилить. Люди умирают не потому, что их не прохиливают, а потому, что их щит убивает. О, я понял, что меня убило. Что тебя убило? Ну, у меня на Q-таун. А Q у меня, короче, это последняя кнопка на первой панели. Я, походу, тянулся пальцем на единицу, зацепил Q, а там Q это спрыгнуть. Последняя кнопка. Я, походу, просто взял, да, просто взял и спрыгнул с дракон. Ну, нахер такой, да, спрыгнул. Да, ну да. Слышал до этого? Сейчас так и не проебать. Влад не упадет и сразу убьем. Он там два ляма набьется. Ну, два вряд ли, но полторашечку дам. И зашли, фулл баф делаем. Смотрю на бафу. На удивление у всех все есть. Блять, на меня радует, начинает. Зарчена готовность. Миш, чё-то... Базука, дай МК по Кадыру. Он без МК дамажить не хочет. Так, всё, все остальные готовы. Запускаем. Прохиливаем рейд. Косты не забываем. Резы не забывай тоже помогать. Так, иска проявляется. Бля, я слепой должен не тут нахуй. Где она появилась? А, все. С треугольника идет иск. Ставлю метр. Все в искре стоят, в гет давай. Рыбацы по раскол, спри по шакиту салю. Всяко раскол. Виска из ромбика будет тут еще. Ставлю на нее черепочек. Не скажу. Заебись. Иску. Таунтил на себя. Слан дал. Все, залили. Залили что? Съел этот пидор. Нет, ебать. Съел. Сука. Блять, ну в миле зоне прям. Просто сразу ее зауешь. И чё?
Чего, блядь? Не, он просто, видишь, он стали, кидает... стали под морду, кажется, дикаем, сдохнет и нахуй. Он кидает в случайной стороне, типа, всех скидывает в кружке в маленьком. И он отходит, типа, на меня, когда уйдет, он отходит назад и идет на меня. И ёбичная вот эта хуйня, вот это хождение босса, блядь. Это как на тебе камень души. Ну зачем вы его били, блядь? Сказал, не бьем, ложимся нахуй. Вы его переводите на вторую фазу. Алло, ребята, блядь. Вы тянете свое время. Сейчас дыхание. Чем вы хуйней страдаете? Объясните мне. Ну типа ты понимаешь, они разогнались, а остановиться уже не могут. Дохни. Запомните, ребят, когда вам говорят, что это вайп, ваша задача не дальше там героически сражаться, блядь. Вас не запомнят, поверьте, за ваше героическое сражение. Просто сдохните. Стойте на месте, блядь, и сдохните. Да, вас запомнят, только запомнят в плохом смысле. Возможно, даже дадут ГП. Ну вот просто в очередной раз убеждаешься в итоге в невнимательности вашей. Вы знаете, на скольких процентах переход вам Рэл говорит, это вайп, стали под морду угнали. Вы стоите дальше хуярите. Вы понимаете, что вы сейчас его переведете, но вы все равно дальше стоите и хуярите. Зачем? Абсолютно непонятно. Джесс, вон, стоит, чинитесь и поехали. Рыбка стоит, кушайте. Причина готовности. Паладин, ничего с касками-то? Кто у нас заведующий по каскам? Пан. Все, отлично, каска есть. Ну, паладины какие. Всех забафали, себя даже, блядь, забыли просто. Да просто кто-то сбил их, и все. Да. А, все, все готово, запускаем. Так, искра появляется из трусов. Ставлю вам меточку на нее. Искра двигается на босс. Ловлю ее и подвожу прямо к вам. Стали уже все здесь. Все, Геру дали.
Новая появляется из звездочки, прямо возле вас, господа. Вот Герой стоите в этой, бьете, когда уже приблизится черепочек, то тогда сыграете. Блять, Скофилд. Дикий пот, дай Берт. Цыпа, раскол, Блэк Дарк, раскол. Спри по некому поцу. Искру залили. При сальву по некий под с капустка уход в тень. Ой, бля. Бэр отдавался по Скофилду некий под? Отдавался. Заебись. Шакит, Бэр капустку, Гандир, Бэр Скофилда. Давайте больше без падений. Не вижу, блядь, постоянно каких-то костов. Да, блядь, ну вы стебетесь нахуй. Чародейская буря. Искру съела на 17к. Блядь, РДД, если вы не начнете играть по ебучим искрам, вы так и будете падать нахуй. В чем ваша проблема, блядь? В чем, сука, проблема, блядь, повернуть камеру, посмотреть, где искра, а не просто смотреть на свою клавиатуру, блядь, и в скаду, вот объясните. По-моему, это не является проблемой. Так не создавайте из этого проблему, блядь. Каждый должен отыгрывать, а не ждать, когда вам РЛ скажет, с какой, блядь, меточки, нахуй, идет искрочка, блядь, не поставит на нее черепочек, не потянет ее, блядь, к вам, нахуй. Чтоб вы, блядь, видите, или не бегали, не двигались. Ребят, ну отыгрывайте максимально, блядь. Вы не в детском садике уже давно, господа. Если вы хотите закрывать, блядь, контент, то вы прилагаете к этому усилия. Потому что выйдет ульта, и никто вот так вот с вами там сюсюкаться не будет. Ну да, Войд будет сисюкаться, а я просто буду ГП хуярить. Потом в итоге я окажусь плохим и со спокойной значит, душой выйду из гильдии. Не, я как плохой, хороший полицейский. Да, я буду ГП начислять, а Войд отменять потом моё начисление. Чего ты это взял? Вот если вот это я увижу, я точно тогда уйду из гильдии. Ты просто добродушный сильно, Слав. Слишком добродушный. Не знаю, я сейчас хочу спать. Понимаю. Фул баф, господа. Фул баф. Да забудь этого панацея. Я его не знаю. Не знал, я не знаю. Так, паладины молодцы, на удивление, все, отдали бафы, все. Престом... А, не, пожди, не надо престобаф. Все, 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 все на всех есть, делаю арчем. Просто, Влад, ты сказал РДДшнику стоять до талового лужа, и вот они и стоят. Да, я-то не против, но просто тоже ж надо отслеживать ту же искру, видеть, где она идет, то есть, и когда, я же говорю, что вы стоите до талого, но как только вы видите, что черепок подходит, сразу в них свич. Это в их же интересах. Ну, совы у нас еще, допустим, не знают о такой фишке, что на искру работает таунт. То есть, по сути, вы вообще можете всегда стоять в одном тарге. Ну как, блядь, вот объясните мне на. Информацию о смерти. Кадыров. Чародейская бурья, минус 19 тысяч. Не знаю. Так, низко появляется. Звезда. Со звездочки, да. Сейчас ставлю метку. Ой, ты летаешь или нет? Летаю, конечно. Ну, окей, сейчас приземлишься, я забираю босса.
Отдай БР пока дыром. Звезду убиваем. Быстро все. Все по звездочке, блядь, правильно. Стали туда. Где вы, блядь, стоите, блядь? Стали туда, на. Гера пошла, хуярим, блядь. Сейчас заберу. Все. Новая иска появляется. Появляется она на параллельной стороне от вас. Кадыров, да ты стебешься, блядь, надо мной, нахуй. Миша, блядь, как ты сейчас умер? Помощь нужна на искре. Да я сейчас там еще. Играем, вот РДД стали в нее, играем, блядь. Следующее прямо вот за вами, нахуй, в кружочке, блядь. Миш, ну это нездоровая хуйня, блядь, ты два раза просто вздыхаешь, ну. Хуй его знает. Ну, ближайший откат БР у некого ботса 4 минуты, тоже такое. Кто на земле, бейте, пожалуйста, я звезду искру. Да я на себя ее спаунтил. Я спаунтил, она идет ко мне, все, дал стан ей. По черепочку, РДД сдвинулись. Блять, РБЦИПа, как нахуй? Агро? Агро, заебись, ну, а раскол дать. Братан, или мне сейчас и вам, блядь, метки расставлять нахуй, говорить, блядь, кому агро свою, блядь, отслеживать. О, сука. Ладно, похуй, играем так, без них. Все, 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 играйте. Взлетают, играйте. Мелики также, череп Юю, вас крест, пан квадрат и спри полмесяца. Данжмастер, смотри, будет падать с РДДшных диск. Отслеживай, когда увидишь, что упал, прям в него сразу лети, блядь, и забирай. Играем максимально быстро по этим всем мобам. Зависит мобов. Там диск появился уже свободный один. Вроде. Да. Не перебегайте, баллада, гимн. Не вовремя начали бежать, блин. Добиваем мобов этих. Давай сразу гимн на ману, баллада. Все, улетели все пташки, давайте. Данжмастер следишь, только увидишь, что один диск падает, летишь к нему. Так, играем. Большую сверху перешли, подбивайте. Подбивайте, подбивайте. Дотками всех обдотывайте, которые мимо вас прилетают. Миликом помогайте вон разбивать. Сков, готовишься, гимн ХП в команде. Не перебегаем, стоим тут. Давай. Все отлично. Сейчас перебежим в большой круг. Сдавай гимн на ману. Вон диски, данжмастер. Ты взял диск, да? Все, отлично. Полетели на. Полетели ломать мьёбло. Печеньку собираемся. Так.
Ну, давайте все за печеньку. Побежали, побежали, побежали. Пан ГЦ, сочетка. Все, внимательно смотрим, где звездочка. Внимательно смотрим, звездочка. Вот, вы можете еще назад чуть-чуть отлететь. У вас позволяет. Все, все в звезду собрались. Играем 1-1-2. Не закликиваем мышку. Сдвинулись. Молния. Подхил, пожалуйста. Молния. Сдвинулся Рейд. Сдвигаемся, сдвигаемся, ребят. Молния полетела, сдвинулись. Полетела. Не было бы этой энергии. Молния. Трупов пиздец, можем не успеть. Угу. Захил, пожалуйста. Да там так же. Блять, минус 3 и еще вот те 3 тела, может, и надамажили бы пару лямов. Надо как-то, блять, бессмертей. Ебать, 27 стак.